На этой неделе в спорткомплексе «Олимпиец» прошел еще один турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2003 и 2003-2004 годов рождения. Все вышло. Мы имели там 160 человек участников, 13 команд, 2 возрастные категории. 2 из 3 команд наших заняли призовые места. Основная цель этого турнира – подготовки к сезону чемпионата области, который уже буквально через 2 месяца стартует. И мы сейчас попробовали, посмотрели физические кондиции и начнем готовиться к области на учебно-тренировочных сборах. Уже будем знать, кто, как, на каком уровне подходит и чтобы править какие-то там недочеты. Плюс у нас через 2 недели стартует чемпионат области по мини-футболу, которому нам тоже надо было с переходом с улицы в зал получить какую-то практику и немножко адаптировать детей к искусственному покрытию, к жестким покрытиям и так далее. Лучшие игроки турнира получили награды, а победителями турнира стали команда из Киева и команда из Гончаровска. Напомню, 2 словуческие команды заняли 3 места. Подробнее о турнире смотрите в новостях в Славутича в субботу и затем на нашем YouTube-канале «Славутич /Лайф». А еще хотим пригласить вас на встречу 1/8 Кубка Украины среди женских команд. КДЮ США «Олимп» город Славутич, первая лига, и АФК «Энерджи» город Киев, высшая лига. Матч состоится в субботу 20 января в 13:00 в спорткомплексе «Олимпиец».